Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Драконы, всадники Олуха». Так, у нас с тобой 20-й день, и я забираю 1000 тусклого янтаря. Шикарно. Это нам пригодится. Так, здесь нам ничего не нужно. Так, беззубик. Рыбу. Ага, топорики. И еще топорики. Всего лишь 3 штуки, а нужно нам, по-моему, 40, да? Что у нас там по событиям? Ё-моё, у нас еще одно событие. Так. Это у нас новое, да, которое открылось? А вот это мы с тобой не допрошли, получается. Один день остался. Ладно, мы этим займемся с тобой. Так, начнем, наверное, с открытия паков, как обычно. Бесплатно, давай посмотрим, что нам здесь. Так, монеты Один, это понятно. Костолом. Так, душитель, громобой. Так, дракон какой-то сзади. Это лаварык. Лаварык у нас с тобой есть. Поэтому мы его отпускаем. 180 тысяч рыбы. Так, конечно, хочу отказаться. Зачем оно мне нужно? Забираем древесину. И сразу же их отправляем дальше добывать. Слушай, подожди-ка, мы же с тобой еще рекламный пак не глянули. Монеты Одина. Забираем и смотрим, что тут. Шепот смерти, лаварык, кревет и ресурсы. О, тайфумеранг. Но он тоже мне не нужен, потому что он у меня есть. Да и стоит он, по-моему, копейки. Да, всего лишь 60 тысяч рыбы. Отпускаем. Так, давай посмотрим теперь на наших драконов. Что они нам принесли. Так, опять сломанный меч. Тусклый янтарь. Так, давай беги. На поиски, так, секундочку. Секундочку, давай-ка глянем здесь. Неужели опять не попадем? Ну, наконец-то. Громобой-защитник у нас стал титаном. Так, а что у нас с вострозубом? Ну, тут как всегда, ребят. Давай, тогда он будет у нас дальше продолжать тренироваться. Так, ну это круто, да, ребят, что мы его прокачали. Это очень хорошо. Так, рыба. Давай, лети за рыбой дальше. 12 миллионов, ничего себе. Принес он мне здесь наградушку. Так, давай его, наверное, прокачаем. И отправим на тренировку. Ужасное чудовище. Пускай летит. Так, кревет у нас с рыбой. Кстати, нужно его... Ага, пускай летит на тренировку. Шепот смерти пускай тоже летит. Тренируется. А, лаварык. Какой лаварык? Это у нас скалотряс. Пускай добывает. Ветрокрыл. Блин, как же ты дорого стоишь, а? Ветрокрыл. Именно по своей прокачке. Очень дорогущий дракончик. Так, в новинках. Что у нас тут? Вот это я заберу, пожалуй, мясо. Ну и все. Больше мне ничего здесь не надо. Древоруб. Лети. Так, может быть, нам этого обучить? Ой-ой-ой-ой-ой. Понятно. Мы не можем дальше прокачивать, пока у нас не появится железо в нашей деревушке. Блин. Кстати, надо посмотреть, сколько нам там еще надо ждать времени, чтобы... открыть территорию новую. Так, здесь-то мы с тобой 100% получим тусклый янтарь, я больше чем уверен. Шансов, как говорится, здесь на тусклый... Ага. Да, тусклый янтарь, я думал шестеренка, вот нет. Все-таки янтарь. Так, криво-крив, давай-ка мы тебя отправим дальше на поиски. И что же нам тут? Понятно. Либо шестеренка, либо тусклый янтарь. И я прав, это тусклый янтарь. 105 штук. Так, давай мы его дальше тоже отправим в драконий край. Пускай летит. И остается сарделька. Ну и что же здесь? Гребень. Нам достается гребень. Ну-ка. Что нам тут подкинут? Яйцо, что ли? Да. Ай.
Отпустим, отпустим, конечно же, мы шепот смерти. Он вообще 2000 рыбы всего лишь дает. Ну и сардельку мы с тобой отправим на приключение. Так, ну что, эти все летают. Здесь мы с тобой поставим на обмен. 2 янтаря заказали. Так, теперь мне нужно посмотреть именно, что у нас. Так, погоди-ка. Будем его отправлять без зубика. Давай отправим на поиски следующего дракона. Это у нас будет с тобой. Вот. Кораблекрушитель. Пускай он его ищет. Естественно, бесплатно. Тут смотри-ка, можно аж до 3 видов получить драконов. Пускай летит. Пускай летит. Так, 12 часов, друзья мои. 12 часов, и у нас откроется вот эта вот территория. Ну что ж, допустим. Так, а здесь-то у нас что, я уже и не помню. А здесь еще 2 дня, друзья мои, ждать. Так, надо камеру немножко отдалить. А здесь у нас покупается за 3500 территория. Так, забрали рыбу, отправляем. Здесь то же самое. Хотя, подожди, может быть, нам его лучше. Да, обучать пускай летит. Так, сколько у нас еще места в академке? 1, 2, 3, 4. Все, больше места нету. Так, что ты у нас тут нашел? Опять листочек и тусклый янтарь. Дальше пускай идет на поиски. А мы с тобой откроем пак ареновский. Ну-ка. Причем это за 6-ю арену еще. Шторморис, кревет, кривоклык. А вот это уже 7-я арена идет. Пускай идет открытие у нас. Здесь заберем награду и пойдем уже на испытание. Так, 5 рун. 30 бабочек здесь. 50 тут бабочек получаем. И еще 50. 130, да? В общей сложности 130 бабочек. Так, ну что, вроде бы все у меня заняты, все пределы. Так что идем смело в события. Вот это нам нужно с тобой допройти. Я уже не помню. Вот оно что. Ну что, попробуем, наверное, пройти сегодня. Я не знаю, получится или нет. Ну, постараемся. Сколько тут у нас? Я уже забыл, какие. Ух ты. 2 волны, по-моему, да, у нас здесь будет. Да, 2 волны. Уровень бойцов 13. Ну что же, давай определяться. Значит, громобой будет первым у нас. Громорок тут еще выпендрится. В плане, у него 2 атаки, что ли? На тебе. Угу, начинается. Так, ну что, мы будем с тобой, наверное. Да, его нужно валить, потому что у него, ребята, усиленная атака подключилась. В минус. Так, громорок, что будет делать? Двойная атака у него. Блин, это плохо. Это, ребята, плохо. Давай, наверное, вот так все-таки сделаем. Плюс массовый хил. Отлично. Упс. Что же ты делаешь? Так, он опять сейчас будет двойную атаку лепить. Ага. Вот как он сделал. Перестраховочку, да, решил врубить. Тогда минусанем его и будем уже заниматься громорогом. Но нам нужно будет захиляться. Это здоровье очень мало. Тем более с пониженной броней. Сейчас он будет... Ага, он пошел кривоклыка бомбить. Тогда мы с тобой здесь захиливаемся и добиваем. И как раз переходим на следующую волну. Так, здесь у нас скала. Ох ты, здесь... А здесь у нас душители. Да чтоб тебе. Ну, поехали тогда, начнем с них. Так, наверное, хильнемся с тобой таким вот образом. Я не успею добить, да? Это сейчас ударит, потом 2 раза сходят они. Блин, пониженная атака, оказывается, у нас висит. Да хорош! Что творить-то, а? Ироды.
Давай так сделаем. Блин, даже с пониженной атакой, ребята, мы наносим очень мало урона ему. Так, добиваем. Хиляемся. И начинаем кромсать. Так, у него энергии мало, поэтому разбега пока не будет. Но он и так неплохо жарит. А, у него сильная атака. Вот почему. И добивка. Ну что, здесь у нас все получилось очень даже хорошо. Крутим колесо. Древесина, да? 125 миллионов. Ну ладно, допустим. Так, ну что, следующий поединок у нас с тобой, да? И 75 рун разыгрывается. Не знаю, сможем ли мы и успеем пройти ли сегодня это событие. Надо постараться. Сколько у меня всего вообще осталось? Я имею в виду груш. Маловато будет. Так, вот я сижу и думаю, что нам сделать здесь. Наверное, все-таки шепот смерти попытаться уничтожить. Или как? Ну давай попробуем. Хотя вряд ли я успею. Потому что сейчас этот достает ему вторую, да, энергию. А на третью он будет делать свой суперудар. Скорее всего, так и будет. Поэтому нам нужно... Блин, что нам нужно? Я не знаю, ребят. Вмазать ему хорошенько, если только... Блин, а могли бы добить, если бы кританули. Сейчас будет бубо. Ой-ой-ой, сколько он за руби отнял. Это, ребята, плохо. И водорез. Слушай, нам, наверное, знаешь, что придется сделать? Вот так вот. Иначе бы его 100% водорез бы бомбанул. 100% тебе говорю. Так, теперь, наверное, сделаем отхил. Громорог. Понятно с ним все. Поехали добивать, короче, водореза. Ну и теперь остается громорог. На тебе. Ну что, он бафаться будет? Серьезно? Ты решил на себя повесить баф? Молодец. Так, опять та же самая команда. А, тут вон, прихвостень. Ну что у нас получается? А, ну мы в принципе шепот смерти можем с тобой ушатать. Сделаем так. Две энергии, это не страшно. А вот здесь уже пострашнее будет, ребят. Видишь, что творит. Фаербол, а этот будет бафать, что ли? Нет, не может. Не хватит энергии у него. Так, добиваем шепот. А здесь... Погоди ты. Вот. Давай, наверное, вот так вот все-таки сделаем с тобой. Видишь, что творит. Вжаривает и вжаривает. Не по-детски. Так, а ты-то что тут собрался делать? Я тебя понял. Это было зря сделано. Блин, этот выжил. Твою налево. Что он делает, а? Че, шторморез, пора прощаться, наверное, да? Пора. Но, тем не менее, победа здесь за нами. Ну что, двигаемся дальше. Крутите колесо и надейтесь на хорошую награду. Неужели плод мудрости? Да, собственной персоной. Это круто, ребят. Мы одну грушу потратили, да, как бы, и восстановили, возобновили ее. Так, ну что, забираем с тобой 75 рун. И у нас мини-боссики. Три энергии. Так, раз бой, два, три. Блин, неужели придется нам с тобой за руны откатывать энергию, чтобы пройти это событие сегодня? Завтра я уже не успею, ребят. Ё-моё, два... Кто это? Это у нас два драгура. Это же не кревет или это кревет? Так, они оба 14 уровня. Синюха, да? То есть прыткие, шустрые, неуловимые. Сейчас будут лазером своими... А, нет, они кусают. Так, а этот... Ёк-макарёк, вот это он вжарил. Бедный мой кривоклык, а? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, потише, потише, друже. Блин, и кого тут бомбить?
Шепот смерти. Наверное, да? Ну попробуем давай, наверное. Я не знаю, что из этого получится. Тут еще тройной удар есть. Ух. Плохо дело. Плохо, друзья мои, тут дело. Так, наверное, нам придется с тобой делать отхил. Дальше. Ё-моё, вот это он впечатал, а? Да ну хорош, так сильно бомбить-то. А я не успею, да, получается? Ну, лучше так сделать. Нам надо хильнуться. Так, а этот сейчас делает массовую атаку, да? Нет, повезло нам. Фух. На волоске от гибели были. Так, ну шторморез один здесь, ребят, это фигня. Отлично. Давай глянем, что нам тут выпадет. Рыба, да? 125 миллионов. Отлично. Так, это закрываем. И переходим на следующий поединок. Ну, здесь будет простенький бой. А вот два следующих, конечно, будет сложновато, я так думаю. Кто тут у нас? Громобой защитник, что ли, получается, да? Оба 14 уровня, оба зеленых. Да, тяжело будет с ними сейчас тут драться. Зеленые эффективны против фиолетовых, поэтому они и начинают бомбить именно штормореза. Ну и, естественно, барсика. Так. Блин, у него же пониженная эта броня. Почему? Сейчас будет что-то массовое, скорее всего, не? Нет. Минус. А вот сейчас, скорее всего, что-то влепит. Что, понизим броню, наверное, да? И вот так вот. Сейчас, скорее всего, массовая атака будет от него. Блин, а я собирался хильнуться. Прикинь, что он сделал? Тогда так, вот так будем бомбить его. Думает, если он запечатал мне шторморезы, то теперь я не смогу ничего сделать? Конечно. Еще как смогу. Так, вторая волна. Ой-ой-ой-ой, стальной капкан, ребят. Слушай, по-моему, крышка, да? Будет сейчас. Вот это он бомбит. Ну-ка. Есть. Хильнулись хоть чуть-чуть. Так, этот в кого будет сейчас? Опа, уклонение сработало. Капканчик мы с тобой быстренько распетрушили. Душитель тут выпендривается. Надо его добить, скорее всего. Вот так вот сделаем. Ай, хорошо. Ребята, ну здесь вообще идеальная у нас победа получилась. Прекрасно. Глянем на награды. И это опять рыба, да чтоб тебя. Всю рыбу восстановил себе. 500 миллионов в наличии. Так, ребят, забираем с вами янтарь. И опять у нас мини-босс. Поехали. Да, энергии у нас больше не осталось. Придется, наверное, восстанавливать. За руны, как всегда. Так, смотри-ка, здесь интересно. Два штормореза плюс душитель. Тихо. Я даже не знаю, с кого начать. С него, наверное, или как? Поехали, так мы будем делать. Так, сейчас они вдвоем, наверное, здесь сходят, да? Оу. Блин. Давай сюда вот все-таки влепим. Да что вы докопались-то до кривоклыка-то? Блин, ребят, придется хиляться. Я не хотел, но, видишь, они вот как начинают прессить кого-нибудь, и все. Ну, поехали. Сделаем с тобой так. Вот засранец, а. Одного убрали. Так, что он будет сейчас делать? Опять бомбить сюда. Ох, у него тоже есть хил. Вот как ты, значит, решил, парень, да? Бороться с нами.
Так, что мне сделать? Если я на него повешу слепоту, а вдруг он меня разнесет? Блин, давай так, наверное, все-таки. Может быть, конечно, это большая была моя ошибка. Так поступить. Так, 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 я пропустить не могу доход. Не придется его уничтожать. Ох, ядрить, макарить. Вот это вы... Вот это вы тут, конечно, дали. Как мне тут быть-то? Тю-тю-тю. Тут, понятное дело, ребят, мы сделаем вот так вот. Жестко. Два зеленых. Сейчас начну тут. Этот 100% будет делать разбег. У него энергии хватает для этого. Опа. Оглушил. А этот... Промахнулся. Ну и слава богу. Так, добиваем его, да? Вот так. Здесь, наверное, вот этого будем дочекриживать. Блин, они опять вдвоем. Сейчас уничтожат Барсика. Вот так вот, друзья мои, они делают. Ну что, теперь нам остается только один вариант. Это вешать слепоту. Кто тут у них первый-то ходит? Этот? Или этот? Это я и не помню. Давай так сделаем. Этот, ну просто ударит сейчас. Этот ударит его. Это, конечно, вообще ни о чем, ребята. Атака. Ну, вообще мелкая. Так, опять. Оглушение. Естественно, ребята, оглушение. Ну что, добиваем тогда, получается, вот этого. Все. Так, а теперь нам нужно будет захилю. Или подожди, нет, не будем мы захиливаться здесь. Не будем, будем просто, ребята, его брать в слепоту и вот таким вот образом разбирать. Но, конечно, шансов у этого укуса, ты сам видишь, какой маленький, слабенький. Только кривоклык нормально его дамажит. Мы можем понизить ему броню. Давай так и сделаем. Этого нам будет хватить, ну, этого хватит, чтобы его уничтожить до конца слепоты. Раз. И два. Все. Давай-ка посмотрим. И выпадает нам здесь древесина. Да. Ну что, ребят, последний поединок, и нам нужно с тобой сделать вот так. Потратили энергию. Оставляем такую команду или будем менять? Я вот даже не знаю. Давай, поехали. 500 бабочек на кону у нас здесь. Сколько здесь волн? Две будет, да? Две волны. Ну, с этой, я думаю, мы справимся. Причем довольно неплохо. Даже, наверное, ничего не потратим здесь. Опять же, загадывать не будем. Начнем с громобоя. Громорок этот не так страшен, а вот громобой, да, ребята. Если я вжарю, то мы его, наверное, сможем потом добить. Раз, два, да. Барсик, скорее всего... Ё-моё. Как они люто здесь бомбят. Ты посмотри, а. Минус. Здесь... Давай сюда, наверное, сделаем укус. Теперь захиляться нужно обязательно. Да ты запарил, а. Атакует кривоклык мой. Блин, захиливаешься, захиливаешься. И опять все, ребята, заново надо, да, делать. У него еще пониженная атака. Вот это вот бесит. Ну и че? Пипец. Блин, выживем ли от его атаки? Я не знаю, ребят. Че, неужели придется нам залечивать раны? Придется. Придется залечивать раны. Так, у меня остался всего лишь один прилив сил. А сейчас главный босс. Йоу, Макарюк, вы совсем оборзели. Два тройных удара. Блин, ну тут надо быстренько как-то, ребята, с ними разбираться, если честно. Отхил, отхил не надо, наверное, мне кажется, здесь тратить сейчас. Сейчас будут бомбить.
Ты посмотри, очень сильная атака у них. Хотя бы одного уничтожить, попытаться, если успеем. Так, а ты кого будешь атаковать? Оу, повезло, что мы уклонились. Теперь хиляемся. Слушай, возможно, возможно, получится у нас здесь все. Сюда бомбим. Так, энергию копит. Блин, а успеем ли мы? Вот в чем вопрос. У него будет 3 энергии, да? Что он там сделает? Короче, мы с тобой, наверное, вот так вот все-таки сделаем. Так, что он там? Куда? Понял. Добиваем, да. Ну и с этим мы с тобой, с душителем, наверное, справляемся на изи. Во-первых, у нас с тобой энергии много. Мы можем хильнуться, мы можем с тобой слепоту повесить. Да все, что хочешь. Все, друзья мои, прошли. Прошли мы это событие. Крутим колесо, смотрим, что нам здесь выпадет. Опять древесина, что ли? Точно. Солить мне ее, что ли, теперь, эту древесину. И забираем с тобой награду. Это 500 бабочек. Надо, кстати, посмотреть, сколько у нас уже накопилось. Бабочки Бетлуна. Это вот здесь, ребят, смотрится все. Так, ну что, 1500 бабочек мы с тобой скопили. 1500. Стремительная жуть, она у нас есть, по-моему, да? Это только для наездников. Нюхогорб у нас тоже есть. Блин, а что ж тогда получается? Вот на этого копить? Болотный задира, ну это очень много, ребят. Я, наверное, и не успею. Болотный задира. Да. Так, ну что, у нас еще, по-моему, есть с тобой событие, да? Вот оно. Стремительный против свирепых. Событие коротенькое. Это случайно нигде 6 волн? Давай посмотрим. Подожди, а кто против кого? Так, ага, красные. Красные, значит, да? 2 волны, слушай, ну, по идее, можем даже пройти за сегодня. Ух ты. А если я в ответку? На тебе, буржуй. Да, конечно. Ах, ты усилил атаку себе. Так, 2 волны. На тебе. Вжарит, ребята, очень больно сейчас кому-то будет. Нет, терпимо. Это, видимо, из-за уровня. Так, а здесь у нас вот этот драгур, по-моему. И громобой. Что, делаем отхил? Кусь-кусь. Да, это драгур, по-моему. Я фиг знает, ребята, драгур и кревет, они почему-то похожи друг на друга. На-ка. Слушай, ну с пониженной броней, конечно, мы атакуем здесь вообще мощно. А против красных у нас эффективны синие. А синих хороших драконов у меня нету, к сожалению. Здесь тоже мы с тобой будем крутить колесо и... 15 миллионов рыбы. Лучше бы мне дали 2 прилива сил. Так, забираем с тобой пак. Сколько тут энергии нужно? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. 5 энергии, да? Ну, как раз можно пройти. Если не будем фейлиться, все у нас получится. Кстати, тут еще 300 бабочек на кону. И в конце там какой-то колодец разыгрывается. Так, что у нас тут? Костолом и... Ужасное чудовище? Или кто вот это такой? Кто этот? Что за дракон? Начнем с него. Да, все-таки здесь будут одни красные. Надо будет потом хорошенько посмотреть по драконам, что у нас и есть, может быть. Ну, синие, ты сам понимаешь, они... Мне не особо нравятся синие драконы, если честно. Так, ну что, добить сможешь? Сможешь. А здесь у нас злобный змеевик. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Хильнемся. Ну, это не жилец, однозначно. Да и, в принципе, и змеевик тоже не жилец. Уровень у них 14. Он себе баф еще повесил.
Ох ты, баф повесил, еще и ускорение, да? И значит, он сделал второй ход. Нормально. Давай вот так вот. Отлично. Так, змеевик. Добивка. Все, пока идет все легко. Порадуйте-ка меня чем-нибудь хорошим. Ну только не древесиной, пожалуйста. Зачем? Ну зачем? Неужели у меня такой дефицит в этой древесине? Но зато 100 рун забираем. 100 рун — это всегда хорошо. Да-да-да, я понял. Так, на кону 300 бабочек. Ну что ж, бабочки нам нужны. И чем больше, тем лучше. Ох ты, скала плюс громилек мелкий. Наверное, начнем с тобой с этого, да, хламона? Из-под тишка? Ух ты, как сильно бьет. Понижаем броню. Я обожаю, когда они с пониженной броней, мои драконы их просто на крит берут. Фаербол полетит, да? Так, точно. Слушай, по идее, мне нужно хильнуться тогда. А успеть я не успею, да? Плохо. Фига он жарит, ты посмотри. Так, ну здесь, наверное, мы с тобой просто вот так вот сделаем. А вот здесь, ого. Смотри, какой крутой скалотряс. Красный, блин, какой-то аж супер-пупер мощный. Раз, два, три, они сейчас втроем будут ходить. Ага. Так, этот кого будет атаковать? Понял. Еще и усилил атаку себе. Замечательно. Оу-оу-оу, потише, ребята. Давай-ка без вот этих вот, блин, фокусов. Твою налево, блин. Усиленная атака. Это не есть гуд, на самом-то деле. Сейчас вжарит. А этот добьет. Ну давай, давай, что, я не знаю, что... Нет, не добил. Хе-хей. Молодец, красавчик. На-ка тебе. Иди-ка ты. Ну что, опять меня будете пичкать древесиной своей, да? Да нет, смотри-ка, прилив сил. Спасибо большое. Ну что, забираем с тобой 300 бабочек. И продвигаемся на мини-боссиков. Да-да-да. Так, ну мини-боссики, я так понимаю, тоже будут красными. Верно? Верно. Но тут их уже трое. В первой же волне. Так, сейчас мы определимся. Я даже не знаю, давай сюда попробуем ударить. Раз, два, вдвоем сейчас сходим, да? О, повезло, промахнулся. Так, мы будем все-таки этого допетрушивать. Барсик, на выход, добивай. Так, что у них тут? Ох, сейчас что-то будет противно, ребята. Этот усилил атаку, значит, нам нужно брать его в расход. С усиленной атакой нам здесь не нужны, ребята, да? Блин, сейчас вжарит. Неужели барсику крышка? Выжил он. Выжил, выжил, выжил. Что мы с тобой можем сделать? Наверное, вот так вот мы сделаем с тобой. Это только для того, чтобы барсика, ребят, сохранить. Но вот этот хлыщ... А, ему крышка. Ну что же, а тут у нас ё-парасоте. Ё-парасоте. Неужели мы его потеряем? Есть, да, такая вероятность? Пипец, конечно. Это мини-боссики, ребята, у них тут. Мини-боссики. Они потом... Черт его знает, как тут сделать лучше. Посмотрим сейчас, что они тут будут вытворять. Очень сильно бомбит. 240 в минус. Я понял. Короче, они все против барсика, ребята. Они его распетрушат. И что же мне остается сделать? Уничтожить хотя бы одного. Для начала.
Сейчас они все переключатся на штормореза. Потому что он, ребята, фиолетовый, естественно. Тихо, тихо, не надо тут. Блин, нам надо вот этого шитика как-то завалить. Как вот ты его завалишь? Не получится пока. Так, это просто удар будет. А этот сейчас вжарит своим бластером. Слушай, ну это терпимо еще. Я думал, будет хуже. Короче, давай делать так. И вот так. Ну, здесь мы победим. Здесь мы с тобой победим. Почему я так думаю? Потому что, ребят... Да, на критовку поймали. Шикарно. Ну, дадите что-нибудь еще хорошенькое. Нет, 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 нет. Да, 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 да. Как раз древесина. Прям сплю и вижу. Но самое главное, ребята, у нас с вами последний поединок. Уф-уф-ух. Давай смотреть, кто тут против нас. Ага, один мини-боссик здесь, да, стоит. Блин, и что делать? Ну, давай вот так, наверное, попробуем. Этот больно будет, наверное, бить. Нет, это еще нормально. Давай сделаем вот так вот. Не успели мы его добить. Чуть-чуть буквально не хватило. Вот что он творит. Пока. А этот что у нас будет делать? Твою налево. Так, либо... Давай, наверное, сделаем... Блин, или все-таки перебьемся. Давай тогда вот так вот сделаем. Раз. Я надеюсь, ты выживешь у меня. Кого он там? Понял. Кусаем. А, мы еще хильнем... Да, мы успеем хильнуться, кстати. Так что все нормуль. Единственное, что вот это, конечно, сейчас я не знаю, что он будет делать. С усиленной атакой. Ох, ёк, макарю. Припечатал-то, посмотри, сколько. Но ему кранты. Мы, наверное, с тобой... Как бы тут лучше сделать-то? Но его надо валить здесь. Оу. Да, мы можем его уничтожить. Тогда вот так сделаем. И добивка. Но вот он, да, босс. Слушай, а он же мощный. Он же со своими фаерболами. Так, давай, наверное, вот так сейчас будем бомбить. Сейчас вначале уничтожим вот этих всех охранничков, да? Смотри, как лепит. Плюс фаерболы у него. Эй! Да ну нафиг, что, серьезно, что ли? Фу, я думаю, что нам повезло. Так, у нас будет отхил. Поэтому вот сюда влепим. Сделаем вот так. И вот сюда укус. Блин, кого-то потеряем. По-моему, Барсика. Он усиленная атака, ребят. Выжил. Он выжил у нас. Так, если я кусану. А все, ребят. Нам придется, конечно, потратить здесь вот эту штуку. Это только во благо. Ну что, да-да-да-да, конечно. А так бы, ребята, впечатал, мало бы не показалось нам. Серьезно говорю. Понижаем, естественно, ему броню. И теперь начинаем его чикрыжить. По всей строгости. Продолжение. Так. Здесь мы сделаем укусик. Блин, не хватит, что ли, у нас? Блин. Ну, придется тратить. А что поделаешь, ребят? Ну, вот так вот надо делать, иначе кранты. Видишь, он сам по себе, ребят, какой-то тяжелый. Именно на разбор. Так, слепота пока действует. Ну все, на этой заходке мы его уничтожаем. Финальный удар. Вот так вот. Ну что же, мы прошли и это событие с тобой. Крутанем колесико, посмотрим, что нам. Понятно. Древесина. Пускай, ладно, в копилку идет. Ну и наградушка, ребята, какой-то колодец или котел. Я так и не могу понять, что это такое на самом деле.
Ну, сейчас мы это глянем. Так, заходим к себе. Блестящий янтарь забираем. Дальше у нас идет. Так, древесина, рыба, пак. Монетки Одина. Громобой, кревет, крылатый ужас. И ресурсы. Ок. Так, конечно, отказаться. И здесь вот новое изваяние. Что за изваяние? Забрать. Ну вот его можно сюда, ребят, да, поставить. Купальня Хугина. Вот что это такое. Я так понимаю, оно ничего особого нам не дает, просто как украшение. Так, на арену, я думаю, мы сегодня не пойдем. Уже в следующей серии, потому что событий пока у нас никаких не намечается. Будем с тобой фармить арену. И самое главное, что у нас скоро откроется новая территория. Я бы даже сказал, две новые территории. Надо только немножечко подождать. Ну, а на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!